на муниципальном уровне нужно совмещать несколько вещей. Во-первых, в обязательном порядке нужно вводить преподавание толерантности в школу. Делает не как отдельный курс, а как составную часть предметов. История, обществоведение, может быть, краеведение, если оно есть. Это первое. Второе, нужны мероприятия, нужно делать на них упор. Мероприятия, которые показывают культуру тех народов, которые живут на территории данного района, города, округа. Нужна пропаганда в СМИ для того, чтобы читатель, открыв местную газету, мог увидеть, что да, вот живут представители разных народов, но узнать об этом не только из криминальной хроники, что там два узбека ограбили старушку, но и хотя бы о том, что узбеков можно и полувкусный поесть. Вот такая вещь. Ну и желательно еще прекратить включать в списки экстремистов представителей молодежных субкультур, которые к этим экстремистам не относятся вообще. А то включение в списки рэперов, металлистов и так далее, это уже даже немножко смешно.